Здравия желаю! С вами 333-й бронетранспортер. Наше первое утреннее видео про футбол. Да не совсем обычный. Рота! Первое утреннее видео, заряжай! Огонь! А играет, наверное, на ужин. Из проигравшего. Тот самый редкий случай, когда победить боишься больше, чем проиграть. Ох, не хочется огорчать такого соперника. Судьей на таком матче тоже быть нелегко. Если тебе сказали, что был пенальти, значит был пенальти. Наше второе утреннее видео тоже про футбол. И боль. Футболь. Рота! Второе утреннее видео, заряжай! Огонь! Но тут сразу становится понятно, за кого болеет Стюарт. А возможно, что это просто новая терапия. Новое слово в медицине. Третье утреннее видео продолжит наши сегодняшние традиции. И называется оно «Забыл». Рота! Третье утреннее видео, заряжай! Огонь! Что же я забыл? А, да, мяч! Самый хитрый на свете штрафной. Всех обманули. Даже себя. Разрешите доложить. Это был завершающий видеоролик на сегодняшнее утро. С вами в 333 раз были смешные видеоролики из интернета. И я, Руслан Бронетранспортеров. Разойдись.